В новогодние праздники в Югре работу продолжат медицинские организации, которые оказывают первичную, в том числе специализированную помощь. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала губернатор Наталья Комарова. В частности, принимать пациентов будут женские консультации, центры компьютерной томографии, травматологические и токсикологические отделения. Кроме того, телемедицинские и колл-центры будут консультировать амбулаторных пациентов. Вручая департаменту общественных связей органам местного самоуправления разместить на сайтах и информационных стендах медицинских организаций, также официальных сайтах органов местного самоуправления, исполнительной власти, информации о режиме работы медицинских и фармацевтических организаций. Добавлю, что медикам, которые будут работать с ковидными пациентами в праздничные дни, удвоят выплаты. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Наталья Комарова поручила Департаменту здравоохранения Югры проследить за неукоснительным выполнением этого поручения.